Всем привет, ребята! И сегодня я вас научу, как делать самолеты в этой игре Бахасев. Ссылка на эту игру будет в описании. Итак, сначала мы ставим вот такую. Делаем так. Пишем пи на английском. Это вот. Вот так в поиске здесь. И пишем английскую, маленькую, можно даже другую. И вот, например, можно сделать так или без этого. Потом мы ищем вот эту. Тоже пишем английскую, тоже. Маленькую делаем так, да. Итак, удаляем вот эту штуку, и мы летим, но она может лететь в одну сторону, блин, ненавижу. Да, ребята, у вас может получиться с первого раза, что самолетик полетит, и не с первого раза. Не, ну конечно он полетит, но только вы не сможете им управлять. Это толпир. Можно сделать самолет крутым при помощи этого. Делаем снова этот самолетик. Какого? Я подлетать сейчас буду. Снова делаем этот самолетик. Да вы задолбали уже. Ставим так. Да. Ищем эту блок вентилятора Голди. Ставим так. И сначала мы попробуем, летит ли она нормально. Может она полететь и нормально. Короче, если она полетит нормально, то короче, я утонул. И нам нужно, знаете, как сделать? Нам нужно сделать так. Ищем кирпичную плиту. И делаем так. И мы летим. А? Это крутой самолет. А тот это был нормальный самолет. Ну, просто самолет. Не такой прекрасной ноте. Нет, мы не останавливаемся. Мы еще будем делать ракету. Так, это мы уберем. Пишем Р на английском с маленькой буквы или как хотите. Ищем опять кресло. И мы можем полететь. Ну, ну садись, пожалуйста. И все, мы летим. Можно лететь так бесконечность. Но мы можем еще базы делать. Ой, ракеты делать. Целые ракеты. Но на каком-то месте, в какое-то время, они могут вообще забагаться и упасть. У всех это бывает, бывает. Понимаю. Ищем снова вот такие штуки. И так, вот
Так, вы ничего не видели? Ничего не видели. Ничего не видели вы. Опять кресло ищем. Делаем так. Садимся. Ну. И снова ломаем вот эти штуки. И мы летим. Но это недолго. Так как на какой-то высоте вы можете ракета может упасть. Может даже. А, ну да. Ну нет. И нас теперь мы делаем очень простую штуку, которую, я думаю, все знают. Ищем пилотное сиденье. И как обычно, вот эту штуку. Где у нас она? Вот. Она может вообще в одну сторону лететь. Или полететь нормально. Нормально полетит. Такие машины у нас есть в этой игре. О май джир. И мы делаем так. И летим. Если мы можем полететь нормально, то и... Ну, как обычно. И как обычно, всем пока, удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, я все сделаю, я подпишусь на вас, отвечу и туда.